Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Toyota Camry V40 2007 года выпуска. Объем 2,4 литра 2AZFE. Пробег двигателя составляет 125 тысяч километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.